Достар, CEO компании Palantir, предполагает, что риск ядерной войны имеет не 1%, как многие думают, а 20-30%. И также CEO Nokia, телефонной сотовой компании, Nokia по производству сотовых телефонов, заявил, как бы выдал план элит на будущее, то, что в будущем у нас не будет сотовых телефонов, а сами чипы будут вставляться в наши пальцы, в наши мозги, тем самым подтверждая, что некая матрица, которую мы знаем, скорее всего, ожидает. И это будет осуществлено до 2030 года. То есть осталось менее 8 лет. Ну, я к чему-то. Вообще-то я хотел бы вам сказать о том, что я вижу хороший рост токена Chainlink, потому что где-то 10 июня они должны предоставить свой новый протокол, который называется CCIP. Это межсетевой, межблочный протокол взаимодействия, где вы можете создавать смарт-контракты, передавать токены и также сообщения между различными блокчейнами. На самом деле, создавая смарт-контракт, вы можете делать как бы гибридный смарт-контракт на разных блокчейнах. Это первое. А второе, где-то примерно, наверное, в сентябре Сергей Назаров объявит о запуске стейкинга Chainlink. Поэтому Link, который в том году, в 2021 году, особо не дал роста, я считаю, что в этом году, несмотря на медвежий рынок, Chainlink себя покажет очень хорошо. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и алга!